Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами Ната Сокуренко. Итак, мы с вами в Синсей. Началась распродажа. На что стоит обратить внимание? Ну, конечно же, на оранжевые стикеры. Скидки в Синсей от 30% до 70%. Итак, что же можно такое интересное, нужное, возможно, полезное прикупить? Обратите внимание, кстати, на вот этот пиджак из кожзама черный, очень стильный, и, кстати, его очень украшает вот эта штуковина золотая. Сейчас на него минус 30% скидка, демисезонный пиджак офигенный. Мне кажется, на него стоит обратить внимание. Сейчас я рассматриваю витрину с, скажем так, одеждой вечернего плана. Хотя вот эти брюки, кстати, внизу идут расклешенные, они очень трендовые сейчас. Их можно вообще носить каждый день за 199 гривен, что всего лишь, девочки. Или, например, вот этот топ. И, девчонки, смотрите, топ точно такой же, как на манекене. Офигенный, 109 гривен всего лишь, девчонки. Ну, короче, вам стоит прийти в Синсей и обязательно что-то себе купить. Это смешные цены. Но, опять же таки, давайте нажмем немножко на тормоза. Очень интересный, кстати, вот этот мне понравился топ. Минус 54% скидка на этот шикарный бордовый, девочки, топ. Я в шоке. Кстати, очень элегантная, смотрите, блуза. Она идет, это, наверное, полиэстер, я так думаю. Она тоже с хорошей скидкой. И такие красивые бусины, жемчужины на рукавах. Офигенная блуза. Дальше идут вот такие брюки тоже со скидкой. Тоже, кстати, демисезонные на весну. Есть ли на них скидочка? Конечно же, смотрим, минус 49%. Ну, короче, вы сами видите. Да, кстати, они не утепленные. Ну, что, нормальные такие на весну. Дальше идут какие-то вот у нас, кто любит красный, ярко-красный цвет. Тоже платья идут со скидками. Джинсики такие появились. Это, по-моему, новые поступления. И, по-моему, кулоты. И, по-моему, на них, да, скидки нет. На такие джинсы. Вот видите, они идут в черные такие и обычный синий или голубой деним. Вот так, это куртки. Идем дальше смотреть распродажу. Итак, футболки. Я бы сказала, это океан. Вообще, не море, а океан футболок. На любой вкус, на любые расцветки, любые оттенки. И здесь идут принты из мультиков, из фильмов. Алиса, кстати, «Алиса в стране чудес». Очень интересная такая футболка, что мне понравилось очень. И, кстати, вам стоит обратить внимание на качество вот этой ткани. Это 100% идет катон, да, или хлопок, да, хлопок. Очень качественный, кстати, хлопок. Крутые футболки, правда. И очень-очень-очень недорого. Смотрите, 119 гривен за такую классную белую футболочку, например. Или вот это вот. Смотрим, скидочка. Короче, футболка 159 гривен. Смотрим дальше. Куртка-рубашка. Тоже минус 37% скидка. Очень, кстати, симпатичная расцветка. Такая весенняя, я бы сказала, даже. Я здесь решила посмотреть, что смотрит народ. Народ смотрел футболки от 69 гривен. Но они, кстати, тонкие. Они некачественные. А вот, кстати, на рубашки надо обратить внимание. Белых рубашек много не бывает. А в Синсее очень огромный выбор белых рубашек. Кстати, обратите внимание на вот эти брюки-авиаторы с такими карманами крутыми. Очень качественный деним и цена всего 259 гривен. То есть на них сейчас очень хорошая скидка. Они пригодятся вам как весной, так и на следующий сезон, мне кажется.
Вот еще одни брюки, вообще минус 68% скидка, практически как в Ирины Шейк, смотрите, картинка слева, только вам нужно будет что-то сюда нашить, какие-то кресты или другие какие-нибудь символы. Давайте смотреть также обувь, например, кроссовки вот эти, сейчас их цена 199 гривен, девочки, по-моему, это очень крутые скидки в Sensei. И, кстати, что касается кед, за 119 гривен, кеды очень качественные, я носила и до сих пор ношу кеды Sensei уже третий сезон подряд, честное слово. Ботинки не покупала, очень хотела купить себе ботинки еще осенью. Если мой размер будет, мне подойдет, скорее всего, 40-й, потому что у них немного обувь мало мерит в Sensei. Вот, то, возможно, я себе куплю еще ботинки. Сейчас на них минус 50% скидка. Еще есть вот такой вариант ботинок. Это под замш, это ткань такая, это не натуральная, естественно. Ненатуральная кожа, тоже минус 50%. В общем, смотрите, распродажа, да, то есть распродажа идет обуви полностью, демисезонной и, точнее, осенне-зимней коллекции. А вот, кстати, свитшоты по 259 гривен, и я думаю, дешевле некуда, потому что они очень качественные, они такие плотные, я бы сказала, это толстовки, смотрите, какой красивый, насыщенный оттенок, офигенный вообще, и очень, кстати, теплый такой идет этот свитшот, толстовка. Дальше скидки на аксессуары, девчонки, зимние, то есть это шапки, это палантины, это шарфы, перчатки. Вот такая шапочка, 69 гривен. Есть варежки, есть вот такие идут перчатки. Очень теплые, кстати, наверное, водонепроницаемые, мне так что-то кажется. Это типа как лыжные уже, да? Спортивные идут такие, 189 гривен. Красивый очень темно-розовый и светло-розовый оттенки. Вот такие типа под кожу идут. Дальше на все пальто, на куртки также идут скидки. Кстати, одна девушка примеряла именно вот это пальто. Она брюнетка, длинные волосы темно-каштановые. Офигенно смотрится это пальто на брюнетках, девочки. Это просто было что-то нечто. К сожалению, я не смогла ее снять на видео. Мне как-то стало немного неудобно, что ли, к ней подходить. Надо было все-таки осмелиться, подойти и попросить ее попозировать. Очень было на ней красиво это пальтишко. Вот еще такого, конечно же, цвета camel. Очень в тренде до сих пор. Этот оттенок офигенный, по-нашему это бежевый, да, темно-бежевый, на самом деле это цвет camel. Еще дальше, смотрите, вот эти пальто тоже идут со скидкой, минус 38%, красивое, черно-белое, в клетку, мне кажется, очень будет круто смотреться рыженьким или блондинком. Вот такие еще куртка, пуховик из кожзама, это тоже такой, типа, последний, да, такой тренд. Это у нас идут домашние такие тапочки по 139 гривен. А вот эти очень классные зайцы. И черные тоже так смотрятся. Черные зайцы, я имею в виду, тоже прикольно. Вот такой еще есть свитер. Ну, как по мне, он дороговат. Не знаю, наверное, здесь, может, состав очень хороший. Надо смотреть. Очень красивый, кстати, оттенок. Такой, типа, морской волны, что ли. Какой-то глубокий такой зеленый. Вот такое еще есть интересное вечернего плана. Такое платье из бархата. Тоже в моде сейчас очень велюр, бархат. Тоже идет со скидкой. Вот такие, девочки, скидки в Sensei. Распродажа только-только началась. Я думаю, надо спешить, потому что размеров остается все меньше и меньше.
Друзья, если вам видео мое понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если это видео было для вас полезным. Всем огромное еще раз спасибо за просмотр и желаю вам, конечно же, удачного шопинга и крутых покупок. Быть всегда в тренде. Всем пока-пока. С вами был канал Ната Сокуренко. А может просто снегом стать.